как с французской полицией. Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремекс обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопад. Вниз на уровень Б, потом вверх по лестнице.
влево, давай влево. В комнате никого. Смотри, они заманивают людей перед газовой атакой.